Правительство Бельгии может продать свою долю в ведущем банке Франции BNP Paribas, это 10,3% акций, чтобы удержать госдолг ниже отметки в 100% ВВП. Об этом пишут два бельгийских деловых издания. С учетом рыночной цены бумаг БНП пакет может стоить свыше 6 миллиардов евро. Он достался Бельгии в рамках спасения и национализации в 2008 году франко-бельгийско-нидерландского банка Fortis. Таким образом, если операция состоится, она станет еще одним шагом на пути избавления финансовой системы Европы от последствий финансового кризиса. Характерно, что именно накануне из капитала спасенного 5 лет назад банка Lloyds начали выходить власти Великобритании.